Еще одна третья машина с техникой и товарами отправилась в войсковую часть города Пскова. Груз состоит из дизельных и бензиновых генераторов, сварочных аппаратов, моторного масла, концтоваров, ноутбуков и другой необходимой техники и товаров. Все вышеперечисленные вещи приобретены за счет средств благотворительного фонда «Живой город». В этой же машине адресная посылка, которую по цепочке дальше передадут нашим добровольцам из Карелии, которые находятся в зоне спецоперации. Она сформирована по заявке родственников из Кондопоги на пункте сбора гуманитарной помощи Народного фронта. Это 5 коробок с теплой одеждой и медикаментами для 25 человек. Еще в машине бытовая химия и одежда, собранная на пункте сбора гуманитарной помощи Народного фронта.